Казанский Рубин договорился о переходе защитника Беневента Монтасара Тальби. Это будет полноценный трансфер, сообщает журналист Никола Скира. Все документы клубы уже подписали. В прошлом сезоне Тальби выступал в чемпионате Турции за Ризеспор. На его счету 21 матч и 1 гол. В июле защитник перебрался в Беневента. Монтасар Омар Тальби, тунисский футболист, защитник клуба Рубин и сборной Туниса, победитель чемпионата Туниса 2017-2018, победитель Арабской лиги чемпионов 2017, родился 28 мая 1988 года, рост 190 см, вес 81 кг.